Ну, и я с удовольствием передаю микрофон Игорю Владимировичу с докладом о миофасциальной боли. В продолжение он даст многогранную картину. Ну, сегодня уже... Уважаемые коллеги, сегодня уже было много сказано о болевых миофасциальных синдромах. Техническая минутка. Мы остановимся на некоторых главных аспектах, касающихся проблемы боли, проблемы миофасциальной боли. Понятно, что в одном докладе раскрыть весь диапазон тех проблем, которые связаны с мышечными болями, невозможно. Поэтому я вас всех приглашаю на тот цикл конференции, которая называется Pain Control, которую мы будем проводить, мы, я имею в виду, это Украинская ассоциация по изучению боли, 5 числа мы стартуем с Киева, потом города Харьков, Днепропетровск, Львов и Одесса. Поэтому желающих докторов принять участие, поучаствовать в мастер-классах для того, чтобы мы с вами подробно разобрались, поэтому я вас всех приглашаю. Ну, распространенность боли в спине велика, это актуальная проблема. Что такое? Ей посвящены множество публикаций, но по-прежнему она остается очень сложной терапевтической задачей, потому что боль, она не специфична. Все вы хорошо знаете, что структура боли в спине до 90% обусловлены суставно-мышечными и миофасциальными болями. И вот сразу возникает вопрос, какая же структура этих неспецифических болей? Какую часть в этой неспецифических занимает миофасциальный болевой синдром? И наверняка, глядя на эту таблицу, вы видите, что начиная от макушки и заканчивая пяткой, то есть это и головные боли, боли в руках, боли в области сердца, под грудиной, голень, стопа и так далее. Это проявление миофасциальных болевых синдромов. И подчеркиваю еще, вот мастер-класс как раз Александр Анатольевич, мы говорим о том, чтобы... показали, как же производит диагностика на шейном уровне, на поясничном, если это экстравертебральный болевой синдром. Потому что мы все почему-то, ну, технологический век, ЯМР, МРТ, КТ, параклинические методы. И мы с вами забыли пропедевтику, пальпацию, которую нас учили еще на третьем курсе. Надо пощупать больного, и мы объективизируем этот болевой феномен. Вот больной, боль в спине. Как мы его будем лечить? Какой у него тут вертеброгенный, экстравертебральный, ноцицептивный компонент, сосуд, грыжа, неважно. Я специально поставил вот ведро и написал кивер. Ну, назначьте, вот спасибо Валентине Ивановне, которая сказала, что этот препарат назначается даже послеоперационным больным, что он очень мощный аналгетик. А потом, день-два, когда мы это сделаем, сняли боль, тогда мы с вами уже можем дальше разбираться, как вести этого пациента. Проблема усложняется, если это шейный уровень. Здесь уже головные боли. И мы знаем, что чаще всего головные боли определяются мышечным компонентом и сосудистым. Хотя есть, конечно, и вертеброгенный, и психогенный. И на это тоже надо обращать внимание. Говоря об истории, вы посмотрите, что огромное количество профессоров из разных стран мира, из Америки, Европы, Англии, Германии, Франции, на протяжении многих лет,
десятилетий, столетий пытаются понять, какая же причина. И пора, то есть один и тот же феномен они по-разному называют. И этот процесс продолжается. И вот в 95-м году в Сан-Антонио был третий всемирный конгресс по миофасциальным болям и фибромиалгиям. Уже 16-й прошел. И до сих пор дискутируют, фибромиалгия – это реальность или это диагноз-невидимка. Как провести границу? Где вот провести, четко дифференцировать каждый компонент? Сложный вопрос. Ольга Григорьевна уже сказала, что миофасциальный болевой синдром – это хронический болевой синдром. Это чрезвычайно раздраженный участок. То есть мы связываем болевой синдром с миофасциальной триггерной точкой по определению Janet Travel. И скелет ассоциируется с сверхчувствительным, пальпируемым узелком, расположенным в уплотненном пучке. И мы его должны найти. Именно концепция отраженной боли является ключом к диагностике и эффективному лечению миофасциального болевого синдрома. Существует ряд теорий усиления метаболизма при уменьшении оттока крови, то, что говорила Тревер. Надо вспомнить теории Иваничева, Попелянского. Каждая из них имеет свой вклад, значение в понимании тех процессов, которые происходят. Боль в спине, она связана с функциональными и дистрофическими изменениями в тканях опорно-двигательного аппарата. То есть здесь не только диск, о котором мы с вами говорим. Это фасции, мышцы, сухожилия, связки, суставы. Это периферическая центральная нервная система. Центральная, я бы даже сказал, и церебральная, потому что, вот видите, ингибирующие механизмы, и мы назначаем ингибит для лечения болевых синдромов в каком-то конкретном случае у пациентов, вот ту группу препаратов, о которой говорила сейчас Ольга Григорьевна. Каждая из этих структур дает ответ на свое повреждение, выработка биохимических, иммунологических, активных медиаторов, стимулирующих функциональные, чувствительные вот эти рецепторы. Это, в свою очередь, запускает очень сложные и еще до конца не изученные нейрофизиологические механизмы формирования процесса боли. Когда мы с вами говорим о механизмах, мы говорим о том, что миофасциальные триггерные точки, они являются внесуставной болью. Внесуставной. То есть это уплотнение, отдельные, пальпируемые, генерализованные, гиперчувствительные узелки в мышечных волокнах, которые, повторяю, мы можем при осмотре выявить. И вот их активация приводит к боли и гиперчувствительности. Мышечно-скелетная боль, она возникает при деформации аксональных мембран. И в этот момент выделяются биологически активные вещества, такие как брадикинин, простагландины, опять серотонин, дулоксикин, вот он механизм действия. И такие же изменения могут возникать и без прямого механического, подчеркиваю, механического, не надо ждать нам грыжу, фактора. Сенсибилизированные ноцицепторы в состоянии сенситизации, они воздействуют ниже порога болевой точки, и поэтому реагируют на движение легкое, и прикосновением и вызывается уже боль. Поэтому воздействие триггерных точек вызывает повышенную возбудимость уже нейронов дорзальных ганглиев. Открываются дополнительные синапсы, новые сенсорные пространства, то есть вызывая алладинию, гипералгезию и отраженную боль, о которой мы уже говорили. Происходит изменение и в местной микроциркуляции за счет вазодилатации и экстравазации плазмы. То есть ноцицептивное воздействие вот из этих триггерных точек провоцирует нейропластические изменения уже в спинном мозге. И поэтому мы видим, что вот этот динамический процесс фундаментально вообще меняет порог болевой чувствительности, интенсивность, вегетативные и эмоциональные нарушения.
факторы риска, коррегируемые, некоррегируемые, коррегируемые, тяжелый монотонный труд, психосоциальные, это мышечный дистресс на фоне острого или хронического стресса. И у подростков, у молодых людей имеет даже большее значение, чем механическое воздействие. Вертеброгенные, то, что показывала Ольга Григорьевна, заболевания внутренних органов, влияние метеотропности, вот здесь переохлаждение, сквозняки чаще поражают пожилых людей и тех, которые ездят с кондиционерами в машине. Устранив, скоррегировав эти факторы, можно изменить течение этого этиопатогенетического процесса. Миофасциальный болевой синдром может быть первичным или вторичным на фоне какого-то заболевания. Факторы, которые определяют формирование триггерной точки, определяющие, предрасполагающие, провоцирующие. Классификация миофасциальной боли, локальная, региональная, генерализованная. Но это опять-таки понятно, когда в процесс вовлекается 1, 2, 3 позвоночно-двигательного сегмента или экстравертебральные болевые проявления в руках или в ногах. Как же диагностировать? Ну, существуют уже во всем мире приняты международные критерии диагностики. И здесь прежде всего мы говорим о жалобах пациента на локальную или региональную боль, ограничение объема движений, пальпируемый тугой тяж в мышце, участок повышенной чувствительности в пределах тугого тяжа, то есть вот эта триггерная точка, да, и характерная зона отраженной боли. При осмотре, ну, прежде всего, надо обращать внимание, на какой гормональной ступеньке стоит наша женщина. Ну, мужчины тоже, да, но мы всегда думаем о пубертате, пре-пере или постменопаузальном периоде. Нас это очень интересует, поэтому для женщин это очень важно. Мы смотрим на наших пациентов, как они сидят, как они стоят. Выявляем вот эти все необходимые звенья патогенеза, лордозирование, кифозирование в поясничном кресте. Вы обратили внимание, как по-разному, да, проявляются экстравертебральные болевые миофасциальные синдромы при лордозировании. Боль по задней поверхности бедра и передней поверхности голени, а при кифозировании по передней поверхности бедра и по задней голени. Поэтому это очень важно. И здесь опять-таки страдают не только мышцы, а вторично при синдроме короткой ноги, при косом тазе у нас суставы тазобедренные, коленные. Поэтому опять-таки кейвер тут полезен, потому что он решает вопрос анальгетический, противовоспалительный, жаропонижающий. Важно провести процедуру правильной мышечной пальпации. Тоже мы об этом мало почему-то говорим, но это очень важно, что нужно соблюдать деликатность. Погружение в мышцу должно быть постепенным. Исследование должно проводиться теплыми руками. Положение как врача и пациента должно быть удобным. Какие основные ошибки мы с вами получаем? Эмоциональная реакция пациента при большом давлении. Точность исследования снижается. Проведение интенсивной пальпации кончиками является менее чувствительным. И нельзя проводить оценку степени выраженности боли по размерам триггерной точки. Ну и недопустимо вообще исследование пациента проводить через белье, даже если оно тонкое. Как же мы будем лечить? Ну, прежде всего, перед тем, как мы начинаем лечить, посмотрите, какое огромное количество вопросов вам, нам задают пациент, когда это длительный хронический болевой синдром. Нет ли у меня рака? А что мне надо делать? А упражнения? Потому что действительно постоянно они к вам приходят. Различные типы боли существуют при многих заболеваниях. То есть чаще всего мы с вами имеем пациентов со смешанными механизмами. То есть там есть и ноцицептивный, и нейропатический, и центральный. Наша задача врачей, клиницистов, определить удельный вес каждого фактора.
И исходя из этого, строить тактику лечения. Почему важно определить тип боли? При различных типах боли задействованы совершенно различные патофизиологические механизмы. Центральная периферическая сенситизация, мышечный спазм, возболение и нисходящее ингибирование влияния. Почему важно уточнить эти патофизиологические механизмы? Да потому что механизмы боли являются терапевтическими мишенями для препаратов. Но если мы сегодня говорим с вами о ноцицептивной, акцент сегодня моего доклада о ноцицептивной, мышечно-тонической, то, естественно, мы говорим о миорелаксантах и НПВС. И здесь я опять подчеркиваю, хочу сказать и напомнить, что существует такой препарат, как Кейвер. Это декскетопрофен, соли пропионовой кислоты. Он оказывает анальгетическое, противовоспалительное, жаропонижающее действие. Основной механизм основан на уменьшении синтеза простагландинов за счет угнетения цикла оксигеназы, превращения арахидоновой кислоты в те медиаторы, которые раздражают. Так вот это мы должны сделать и заблокировать. То есть мы четко должны знать, что есть острая боль, которая играет защитную функцию, да, ну, до 6 недель, а есть хроническая, то есть это уже не защитная, это совершенно другие механизмы включают. Поэтому адекватное лечение острой боли, эффективная профилактика хронической боли дадут нам эффект. Поэтому я и говорю, что мы в нашей клинике очень широко применяем Кеви. Пришел пациент, болит, что нужно сделать? Обезболить. Поэтому 50 миллиграмм, 2 раза в день. Не надо долго, 1-2 дня, и вы решили этот вопрос. Вы убрали эту базовую систему, а дальше уже можно разбираться, дальше уже думать, что необходимо добавлять. Я просто хотел, чтобы вы услышали, что проблемы лечения острой хронической боли и у нас, и в Европе, и даже в Индии, они одни и те же. Он говорит о том, что студентов надо учить, что хроническую боль надо лечить как самостоятельное заболевание. А мы, нас учили так, что надо лечить основное заболевание, и боль самостоятельно уйдет. Нет, это совершенно не так. Лечение миофасциальных болевых синдромов требует мультидисциплинарный подход, коррекция факторов риска, адекватное обезболивание, даже прокол сухой иглой, систематический обзор Медлайна и Кокрановская показали, что при острой боли эффективны НПВС и миорелаксанты, а при хронической трициклические антидепрессанты и селективные ингибиторы обратного захвата как серотонина, так и адреналина. То есть вот мы говорим при генерализованной, видите, антидепрессанты, конвульсанты, витамины группы В. Ну, кроме того, аппликации с димексидом, пожалуйста, физиотерапевтические методы, все, которые возможны у вас в клинике, в вашей больнице, биологически обратная связь, мануальная терапия. В этом году, в начале года, Американский колледж врачей опубликовал руководство, представляет достижение, как лечить, то есть это рекомендации к действию, да, в Америке, как же лечить боль. Первое. При острой, обратите внимание, при острой или подострой боли независимость от лечения со временем проходит. И мы это знаем. Лечим мы больного, не лечим, боль все равно уйдет. Но необходимо не фармакологическое лечение, поверхностное тепло, массаж и так далее. Если требуются какие-то препараты, то опять, видите, мы повторяемся, НПВС или миорелаксанты. Второе. Для пациентов с хронической болью клиницисты и пациенты должны сначала выбрать нефармакологические методы. Мультидисциплинарная реабилитация, ИРТ, стресс, тайцзицюань, цигун и так далее. Это рекомендации. Американская ассоциация, электромиография и так далее, когнитивно-поведенческая мануальная терапия. При хронической боли неадекватные ответы, опять НПВС и потом только опиоиды. Опять, ну, жалко, что вот не проходят. Директор центра, да. Для чего они это делают? Для того, что, оказывается, надо сдерживать
назначение опиоидов в Канаде. Но это опять очень интересные тракционные методы, которые применяются у нас в клинике. Школа. Ну и в заключение хочу сказать, что лечение – это мультидисциплинарная проблема. Ничего не деланное, поглощая лекарств, становится для больных привычкой, ведут к выработке у пациента стратегии на катастрофизацию, сменяющую бездействием. Лечение, в первую очередь, направляется на немедикаментозную коррекцию. Это способствует активному вовлечению пациентов в процесс лечения и повышению мотивационных установок на выздоровление. Спасибо большое, Игорь Владимирович.